Хотим продолжить рассказывать о замечательном качестве Кришны. Кришна добр к своим преданным, Бхакта Ватсала, Бхакта Сухрит. Это 39-е качество, перечисленное Шрилой Рупой Госвами, Бхакти Расамрита Синду. Он перечисляет 64 качества, и при этом мы знаем, что у Кришны бесконечное количество качеств. Нет слов описать все его качества, лилы, его форму. Ананта Шеша делает это испокон веков, продолжает делать тысячу устами. И мы хотим присоединиться к этому прославлению. Но прежде всего, сегодня у нас Экадаш, и в этот замечательный Экадаш оставил этот мир Шрила Рупа Госвами. Поэтому мы хотим принести ему поклоны. Это наша святая обязанность для тех, у кого это обязанность. И необычайное счастье и радость прославить Шрилу Рупу Госвами в этот день. То есть само прославление этих качеств Кришны, которые он перечисляет, это уже есть прославление его. Но мы хотим отдельно еще прославить его. И прежде всего нам не хватит тоже уст, не хватит никаких знаний и сердечных чувств, чтобы прославить его. Поэтому, прославляя Вайшнава, мы просто будем читать, немножко прочтем из его произведений. Я сегодня утром посмотрел, из того мало что-то выбрал, то, что подходит к нашему качеству, то, что Кришна очень добр к своим преданным, и прочту какие-то стихи из того мало. И прежде всего, Вайшнава молится Рупе Госвами, Шри Чайтанья Манапиштам, мы знаем это. И также одна замечательная молитва «Ададанас Тринад Дантар Идам Ячи Пунах Пунахах Шима Трупа Падам Буджо Дулисям Джанма Джанмани». Из рождения в рождение я хотел бы быть пылинкой на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами. И я молюсь об этом снова и снова ему, зажав соломинку в своих зубах. Шрила Рупа Госвами Пада Ки Джай. И начну с прославления Верховного Господа Чайтаньи, как Шрила Рупа Госвами видит его в связи с тем, что он любил своих преданных. Верховный Господь Чайтанья пришел, чтобы раскрыть людям тайну великой любви, которую не найти в этом бренном мире. Танец святого имени на его устах наполнял сердце
безмерным счастьем, а потоки слез, ручами текущие из его глаз, побуждали каждого принять безграничную милость святого имени. Так пусть же этот Верховный Господь Читания одарит нас великой беспричинной милостью. О Верховный Господь Читания, наполняющий восторгом сердца предавшихся душ, который, как пчелы, летят на ароматный мед, каплями стекающий с твоих лотосных уст. О бездонный океан бесценных сокровищ святых имен, несущий благо каждому. О сын Шачи, о Господь, дарующий освобождение, пожалуйста, будь милостив ко мне, великому глупцу. О Господь, очаровательный, как золотой цветок кетаки, в этом мире нет никого хуже меня. Но даже если человек преисполнен всех пороков, ты не видишь в нем и тени недостатка. Поэтому, о Господь, столь милостивый к падшим, я с кротостью в сердце склоняюсь перед тобой. О сын Шачи, о Господь, дарующий освобождение, пожалуйста, будь милостив ко мне, великому глупцу. И сюда я вспомнил текст из Мадхья-лилы Чайтанья-чаритамриты, где говорится про то, как Господь Бхакта-Ватсала, очень красивый, «Махадая Майя Прабу Бхакта-Ватсала, Чандана Парибхакта Шама Карила Сапала». Господь очень добр и привязан к своим преданным, поэтому, когда Гопинатху умастили сандаловой пастой, старания Бадавендры Пури увенчались успехом. Ведь сам Господь Читания рассказывает эту историю про Мадхавендру Пури, про то, как он обрел милость Бога и как Господь проявлял доброту к нему, внимание и проверял его. Эту историю наверняка многие уже слышали и много раз слышали, как Мадхавендра Пури пришел во Вриндаван к Гвардхану, как он нашел вместе с жителем Вриндавана божество Шринатхаджи, Гопала, и как они построили для него храм на Гвардхане, стали служить ему. И в какой-то момент Гопал сказал в сердце Мадхавендра Пури, что, пожалуйста, я столько времени был там в этих зарослях, мне нужно охладиться немножко, там жарко во Вриндауне. Если жарко, то жарко. Рекорд Гиннес или что-нибудь там. Ну, в общем, очень жарко. И принеси, пожалуйста, сандаловую пасту. И сандаловая паста с Малайских гор, это вот туда дальше за Джиганатпури, на юг, вообще на юг надо отправиться. И Мадхавендра Пури, нисколько не сомневаясь в словах Господа, то есть он жил честно, в сердце ощущал, что если это Господь сказал, мне нет сомнений. Он отправился на юг и прошел, мы знаем, через рядом с божеством Гопинатха, зашел туда, вкусил этот сладкий рис по милости Гопинатха, который своровал для него горшочек. И затем пошел дальше, и все это Господь устроил, чтобы слава о нем пронеслась дальше. Он убегал от этой славы, но слава обгоняла его и достигла Джиганатпури намного раньше, чем он туда пришел. И когда он пришел туда, все уже знали о нем и уже встречались с таким почтением. И когда он сказал, что я пришел вот там божеству в Вриндаване, нужна сандаловая паста, то ему сразу помогли и снабдили бумагами, снабдили этой сандалом, деревом. И он дали помощников, дали все бумаги на таможне, по крайней мере, по Арисе. И он отправился обратно. И это очень тяжело было все это. Много килограмм ему дали. И когда он подошел опять к этому божеству Гопинатхи, то через сердце он услышал: «Я и Гопинатха один, Господь. Пожалуйста, оставь здесь сандал, пускай натрут из него пасту, и все мое тело покроет сандаловой пастой». Таким образом, вот Господь очень добр и привязан к своим преданным. Поэтому, когда Гопинатху мастили сандаловой пастой, старания Мадхавендры Пури увенчались успехом. И далее мы посмотрим, как Шрила Рупа Госвами прославляет Кришну. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед дорогим другом, обитателей Гокулы, который, словно грозовая туча, гасит лесной пожар гордости Индры, и который превратил царя в гор, в игрушечный мячик.
Тяжелый камень моих оскорблений тянет меня ко дну, и я тону в океане боли. О, милосердный Господь Кришна, пожалуйста, сжалься надо мной, низким и порочным грешником. Хотя я источник бесчисленных оскорблений, и хотя я не могу отличить хорошее от плохого, все же во мне теплится надежда обрести милость Твою, о Господь Мадхава. Пожалуйста, будь милостив ко мне. И это качество Бхактавацала, то есть мы с вами говорили, вот он, Кришна проявляет это качество, примеры приводили. Но примеры, они относятся к кому? К преданным. И вот нужно стать сначала этим бхактой. То есть, когда недоуменный вопрос звучит, а что Кришна там обо мне, как он там заботится? Но, во-первых, он все равно обо всех заботится, даже о птичках. Все равно, но особенно о преданных, которые предались ему. Йога, кшеям, вахам, ягам. То есть, приносят все, что необходимо, сохраняет то, что надо. Просто надо это замечать, видеть и благодарить вовремя за это, если мы будем внимательны. Даже за неприятности научиться в этом видеть тоже милость Кришны. Но и отдавать себе отчет, что мы пока еще не бхакты. Потому что кто такой бхакта? Сегодня вот котенок там подошел маленький на крылечко. Я вспомнил, у нас тоже у кошки родилось 5 котят в монастыре. Один умер там сразу, но это как 5 пандавов, мы бы так подумали, потому что они все коты были. Потом 5 пандавов такие. И мама сразу умерла, а папы не было. И все, и прибежище только твои эти брахмачари. Что дадут? И они с радостью стали уминать просад. Просто с радостью стали уминать любой просад вообще. И если им давали не просад, что-то просто, то они не ели. Вот просад дайте, и особенно если от преданных остатки, это вообще это просто улет. То есть такие чистые какие-то очень души. Но вот, видимо, апаратхи или какой-то вот придумал им Кришна такой путь. По крайней мере, сейчас они никаких апаратхи не делают. Служат Махапрасаду, слушают киртаны, садятся у окон в храм, смотрят на божества, слышат постоянно пение. И очень любят предаваться. Очень любят предаваться. Брахмачари даже завидуют иногда. Там подходит котенок и начинает ласкаться. А его этому никто не учил. Мама, папа нет. Никто не учил предаваться. Просто надо. Вот это чувство изнутри надо. Мне нужен хозяин. Мне нужен хозяин. Просто нужен этот папа. И он подходит, начинает ласкаться. Даже если на него не обращаешь внимания, даже трется, не обращаешь внимания. Он потом раз и на спинку. И ручки так. Вот так сделает и так лежит. И ты хочешь, не хочешь, хочется. Ну ладно, наклоняться не могу, там спина. Ладно, ногой его, раз. По животику. И он вообще млеет. И все, и как бы вот предался и вызывает в тебе чувство отца любого. Хочешь, не хочешь. Это то, что преданный Кришна Бхакта Ватсал по отношению к кому? А кто Ватса? Теленок. Кто Ватса? Кто вот такой котик? Кто пришел и перед Кришной свалился? И все. Ну, делай, что хочешь, короче. Гоп-тритве варанантата. Делай, что хочешь вообще. Я корова. Хочешь, приведи сюда на луг зеленый, где трава есть. Хочешь туда, где огонь сейчас будет гореть и сжигать все. И мы будем просто мычать. Будем просто звать тебя Гопал. И все. Придешь, защитишь, придешь, нет. Мармаха там каротува. Матпраната стусаева на апарага. А все равно ты останешься нашим Господом, любимым нашим. Из жизни в жизнь. Сколько жизни здесь провести, как, чего. Вот стать вот таким. Даже если он поместит вас котиком, но котиком отправит вот в такой вот монастырь к преданным. Какое счастье. Если мы говорили тогда, если вы муравьем родитесь в доме Шивастакуру, когда там и свои игры совершает Господь Читания в какой-то вселенной. Вау! Потому что звук вообще, он ничем не ограничен, духовный звук. Говорится, если Харе Кришна кто-то чисто воспевает, все оболочки вселенной проходят этот звук. Облетает вокруг земли, там все что угодно, там, знаете, там славу святого имени невозможно преувеличить. Что говорить о тех муравьях, которые там ползают, и там киртан каждую ночь?
сумасшедший просто. Чистое святое имя. Поэтому классно муравьем там, насекомым, травинкой. Дальше Шрила Рупа Госвами прославляет Кришну. О Шри Хари, ты древо желаний для своих преданных. Ну, то же самое Бхакта Ватсала. Потому что Бхакта Ватсала, он хочет порадовать преданных, хочет доставить им удовольствие, защитить их. Ты Бог любви для юных гопи. С величайшим искусством ты защищаешь тех, кто ищет у тебя спасение. Ты пылающее солнце, сжигающее демонов, подобных лотосам Утпала. О Шри Хари, ты одержал победу в битве со злобными якшами. Лиана твоей славы дарует людям благословение и удачу. Твои святые имена и духовные качества — это Агастья Муни, выпивающий океан повторяющихся рождений и смертей. Твои преданные не подвластны гунам материальной природы. Давихиеша гунама и мама дуратя. Трудно преодолеть. А кто предался, с легкостью преодолевает это влияние гун материальной природы. То есть ему не надо заботиться сначала, чтобы читу себя очистить или еще что-то. Наш путь весь — это предание. Гурдев подходили, там мне даже Парамананда сказал, что к нему подходили, просят объяснить что-то, что там Гурдев имел в виду или что-то. Ну а второй лекции он хоть и много объяснял, и все непонятно, и все что-то такое, но закончил-то он и чем? Шанагати, ты предайся, скажи, не знаю ничего о чите, я просто бабушка какая-то. Не знаю ни читту, ни вритту, ни никаких вообще, ни махаттату вообще слышать не слышал. И про святое имя ничего не знаю, я просто предался тебе, и вот как ты позволишь мне служить тебе, действовать, ты просто меня как котенка возьми так, и как мама, отнеси туда, куда надо, к своим лотосным стопам, в принципе. Айнанда тануджи кинкарам патитам мам вишаме бавам буду. Крипая тава падапанка джас тита дули садишам чинта. Ну, так вот предаться, и вот так вот, ну, вскричать внутри, в сердце, внешне, неважно. Звать его, что действительно я ничего не знаю. То, что Гурдев знает, это он знает. Он нас действительно необычайно знающий, шастры, ученый и необыкновенный преданный Кришне, которым открываются такие глубины философии и знания о Кришне. И куда мы? Кто мы такие, чтобы это все понять даже с его объяснений? Поэтому надо быть честным и откровенным. Ничего не понял. И что? Дурдаю. В этом моя дурная судьба, в этом моя... Ничего, и у меня привязанности к святым именам нет, я просто буду плакать, и все. А что там, пускай там чита, не знаю, Харе Кришна, просто предаться. И Господь будет откликаться таким же образом, насколько ты предался. Ядхамам прабадятай, там статая баджамхам. Он это обещает, и он это выполнит. Знаете, вот нормальные люди слов на ветер не бросают. Уж что говорить о Кришне? У него одно из качеств — это то, что он держит свои обещания. Это одно из его качеств. Держит свои обещания. Держит свое слово. Верный слову. Поэтому сказал, что спасу. Сказал Сарва Дарма Паритяджа Мама Камшанам Раджа. Сказал, что ты предайся. И я что? Агам. Там Сарва Папифе. Мокша Ишами Машу Чага. Ты ничего не бойся. Ты просто предайся, сделай свое дело. Потому что тебе больше все равно ничего не остается. Ты такой маленький. Ану. А я Вибу. Верховный, Владыка, Господь всего сущего. Агам сарвася прабава матах сарвам правдат. Что тут? Какая? Какие у нас способности? Поэтому твои преданные не подвластны гунам материальной природы. Твои преданные. Если я еще в гунах, значит, я еще не совсем преданный. Или так хочет Господь. В любом случае, у нас единая татва. Он Господь, я маленький, я предаюсь. Все. О Господь, твои широкие плечи подобны щиту, который защищает от всех страхов предавшиеся тебе души. Ты гуляешь по лесам Враджа, ты шмель, летающий по кадамбовому лесу.
А твой голос подобен сладкому пению кукушек. Ты лесной огонь, дотла выжигающий траву зла. Ты всегда защищаешь своих друзей и пастушков. О Господь, твои губы словно цветочные лепестки. Твои руки наделены необычайной силой, и ты с легкостью сокрушаешь гордость ужасных демонов. О, друг бедствующих, моя судьба в твоих руках. Ты можешь наказать меня или одарить милостью, ибо в этом мире ты единственный, кому не безразлична моя судьба. Взор птицы Читака всегда с надеждой устремлен на грозовую тучу, посылает она потоки дождя или мечет молнии. Я очень слаб и очень ленив, чтобы оказать тебе даже незначительное служение. А когда я слышу о подвигах великих предавшихся душ, меня охватывает отчаяние. О Господь, убивший Агасуру! Но когда я слышу, что волны твоей милости доходят до каждого, от полубога Брамы до самого мельчайшего живого существа во Вселенной, я преполняюсь надеждой. И эта капля надежды гасит пожар безысходности. О Кришна, когда разъяренный Индра послал ужасные тучи, чтобы отомстить обитателям Враджа за прерванную церемонию поклонения, ты явил божественный гнев и нежным, как лепесток лотоса, мизинцем левой руки поднял огромный холм Говардхан, защитив пастухов и коров от потоков дождя и сильного наводнения. О Лотосаоки Хари, хранитель Враджа, пожалуйста, защити меня. Я никогда не перестану поклоняться Господу, моему единственному прибежищу. Он усыпан цветочной пыльцой, он зажимает в руке узелок с едой. Стопы моего Господа словно два лотоса. Он сокрушил демона Аришту, он притягивает к себе сердца гопи. Он праздник неземного счастья. О, мой вечно занятый друг, остановись, куда ты спешишь? Стопы Господа Хари — единственное прибежище предавшихся душ. Пожалуйста, поклоняйся им с любовью и преданностью. Господь Хари, наряженный в шелковые одежды, стоит на берегу Ямуны. Он предводитель пастухов, он обитель трансцендентных качеств, он совершенно безупречен и прекрасен, как грозовая туча. Так пусть же этот Господь Хари появится в моем сердце. Лоб Господа Мукунды покоряет своей красотой растущую луну, а слава его белоснежных зубов затмевает славу бутонов жасмина. О, разумные люди, скорее же впустите в свои сердца этого удивительного Господа Мукунду, в чьих волосах красуется павлинье перо. Пусть же Господь, который защищает коров Сурабхи, искусно расправляется с перепуганными врагами полубогов, без устали играет на своей прославленной флейте и носит гирлянду из дивных лесных цветов, а дарит вас своими благословениями. Во мне нет даже отблеска чистой преданности, обладая которой человек может достичь вас. И все же, о повелители славных развлечений, пожалуйста, будьте милостивы ко мне. О мои прекрасные Радха и Кришна, те, кто милосерден и великодушен, проявляют милость даже к грешникам и оскорбителям. И хотя я так низок, а вы так велики, и хотя я глуп, а вы непревзойденные философы, хотя я падший грешник, а вы так святы, что даже тень вашего святого имени способна избавить человека от сонма грехов, и хотя я совершаю оскорбление, просто вспоминая вас, все же, о мои повелители, окажите милость этому человеку, который иногда повторяет ваши святые имена. Даже маленькая крупица преданности вам поможет уничтожить самый чудовищный грех, и это вселяет в меня надежду. Поэтому я обращаюсь к вам. Сердцем, переполненным скорбью, я вновь и вновь взываю: «О Радхи, о Кришна, о океаны милости, будьте же благосклонны к этому недостойному человеку». Закрыв лицо руками, плача и страдая, этот человек повторяет: «О мои повелители, пожалуйста, пожалуйста, пролейте на меня хотя бы капли вашей милости». Этот великий глупец рыдает и умоляет вас жалобным голосом: «О всемилостивый, о Радха и Кришна, омойте меня волнами своей милости». Тем, чьи сердца наполнены сладчайшей неземной преданностью, вы милостиво даруете чистую любовь. О прекрасные Господь и Богиня, я хочу лишь одного — служить вам. Я не желаю ничего другого.
будьте же милостивы ко мне. О Радха, о Кришна, вы добры к тем, кто не имеет прибежища. Будьте же милостивы к этой душе и одарите ее непосредственным служением вам, том, о котором она так просит. Шрила Рупа Госвами Пада Ки Джая. И мы продолжим рассказывать на основе Шримад Бхагаватам об этом прекрасном качестве Кришны, Бхакта Сухрид, Бхакта Вацала, добрых к своим преданным. И я начну со стиха из третьей песни Шримад Бхагаватам про прекрасного Капилу, да, как он добр к своей матери. И в стихе встречается в санскрите слово «матер Вацала», что он добр, нежен, любит свою мать, добр к своей матери. Довольный речами своей горячо любимой матери, Господь Капила, Верховная Личность Бога, спокойно и величаво ответил ей. Шрила Прабхупада в комментарии пишет: «Поскольку Господь всесовершенен, любовь, которую Он питает к матери, тоже является совершенной. Выслушав слова Девахути, Он почтительно, спокойно и величаво ответил ей». И мы знаем эту историю, что он тоже собирался уйти. Муж Девахути ушел. Теперь сын собрался уйти, и она обратилась к нему. Ну, пролей милость, пожалуйста. И он остался и рассказал ей то необходимое знание, которое нужно было ей в тот момент. И если мы посмотрим на игры Кришны, то он тоже оставляет, внешне как бы оставляет свою мать, уезжает в Мадхуру, потом в Двараку, то есть оставляет страдать. При этом все равно его называют Матер Вацала. Господь Чайтанья оставляет свою мать, принимает саньясу, уходит. Все равно его называют Шачинандана. Если бы это было не так, зачем ему дали такое имя? Зачем мы успеваем Джая Шачинандана, Джая Шачинандана? Если вспоминая Шачи, ее горе, это вызывает боль в сердцах преданных. Почему тогда он Шачинандана? Почему он Ишода Нандана? Почему он Девахути Нандана? Почему, если это такой злой, если взял и оставил? Любовь не подвластна нашему измерению материальному. Это духовное. Почему оставил? Зачем оставил? Это можно много говорить, но в любом случае мы должны сначала аксиому уяснить, что Бог всеблагой, и Бог желает добра каждому, не говоря уже о своих матерях в разных своих воплощениях. Что это добро, эту любовь мы не можем оценить, не можем понять, как она действует. И этот берег разлуки, берег встречи мы только теоретически понимаем. Для нас, потому что не было ни разлуки, ни встречи. Мы плаваем в болоте где-то, где кругом одно болото. Слева, справа, сверху, внизу. Утонули там, в этом болоте. Океан бескрайний, страданий, материального существования. Какой берег разлуки? Какие береги? Хоть какой-то берег бы. Ну, хоть на какой бы берег выбраться? Где наше положение? Где этот берег? Поэтому не понять чувства Гауранги, Кришны, Капилы Девы, которые оставляют своих матерей. Когда у нас возникнет какая-то привязанность к Кришне, и тогда мы реально будем ощущать чувство разлуки с Ним. И это чувство разлуки будет для нас почему-то очень сладким. Одновременно очень горьким, очень больным, но переживаться в сердце как сильная эмоция, которая почему-то там будоражит все в сердце и доставляет необыкновенное наслаждение. Хотя это боль. Это произойдет тогда, вот когда мы познакомимся с Кришной, когда мы узнаем Его, когда захотим к Нему, когда действительно поверим Ему, когда откроем Ему сердце, впустим Его в себя. Потому что сейчас там параматма и никакого Кришны в сердце. Вот. И там дальше мы обычно идем по стихам, Шримад-Бхагаватам,
не прыгает, то есть вот сейчас третья песня и так далее. Но я просто решил вставить, потому что вот это матер Ватсала. Не захотел сказать, что Кришна, вот он, папа Ватсала, Питер Ватсала, вот он Сакха Ватсала, вот он к друзьям своим нежным, вот он Гопи Ватсала, вот он добрый, нежный к своим Гопи и так далее. То есть, и стихи. И дальше мой будет один из любимых текстов, которые для меня объясняют положение Кришны по отношению к своим, почему он явился и кто он такой. Это из 23-й, по-моему, главы, 10-й песни. Ну, дойдем до него. Сначала из 28-й главы, 3-й текст. «О царь, не находя Махараджи Нанды, пастухи стали громко кричать: „О Кришна! О Рама!“ Едва заслышав их зов, Господь Кришна сразу понял, что его отец попал в плен к Варуне. Всемогущий Господь, дарующий бесстрашие своим преданным, тут же отправился в царство Варуна-девы. В прошлом году, по-моему, я сказывал это на русском ретвите. Но вот замечательный текст, который здесь Варуна-дев говорит. 8-й текст. Пита Ватсала. «О ты, кто очень любит своих родителей». «О Кришна, о всевидящий Господь, пожалуйста, будь милостив ко мне». Испуганный. Варуна. «О Говинда, ты так любишь своего отца, забирай же его домой». И не буду повторять эту историю, можно послушать тогда. Действительно, она душещипательная, как Кришна из-за своего отца, как он пришел к Варуне, и у него Джива Госвами в Гопал Чампу пишет, что у него глаза, он не то что глаза покраснели от гнева, он сам покраснел. И вот тело темно-синего цвета, как сапфир, превратилось просто в рубин. И он закричал с прохода там: «Где мой папа?» И это просто, ну то есть вообще такая вот любовь. И вот где мы хотим быть? Чтобы вот такой вот Кришна маленький, вроде бы так, вроде бы вот, ну, вот он деревенский мальчик, ты сейчас поставит на ноги, поставит всех, застроит этих полубогов там, всех вообще просто там, ну, то есть за своего преданного, все перестроит, все переделает, все нарушит, все, что хочешь вообще, все законы, ради своего преданного. И такого Кришну мы хотим полюбить, что ради преданного он готов в ад пойти. Ради преданного он готов нарушить свои игры. Ради преданного он нарушит свои обещания. Ради преданного он все делает. И такого Кришну мы хотим полюбить. Далее с пастушками. 13 глава, 13 текст, 10 песня. Увидев, что его друзья-пастушки встревожились, Кришна, грозный повелитель самого страха, успокоил их. «Друзья мои, продолжайте кушать. Я сам схожу за вашими телятами, приведу их сюда». Шрила Прабхупада, это последняя его глава в 10-й песне, которую он переводит, комментирует, пишет. «Имея такого друга, как Кришна, преданным нечего бояться». «Имея такого друга, как Кришна, преданным нечего бояться». И друг не имеется в виду, что это сакья раса. Любая раса Кришна — друг. Мы с вами говорили, Санат Госвами в Хари Бхакти Виласе пишет про предание Шаранагати. Перечисляете Анакуляси Санталпа, Пратикуляси Варджанан, перечисляете шесть составляющих Шаранагати. Он пишет, что все они основаны на этой близости с Кришной, близости. То есть, может быть, под этим сакка, то, что он там сакка рати, он не имеет в виду вот именно дружескую рати, что типа а для остальных нет. Просто вот эта вот близость, вот как котенок, вот подошел, предался вам, и она уже близость. Ты хочешь, не хочешь, и все. И предашься ты ему, как предашься. Вот. Ты сразу почувствуешь эту близость. Кришна. Кришна повелевает всем, даже смертью, которой обитатели материального мира страшатся больше всего. Баям двития биневешат тасят. Страх смерти возникает из-за отсутствия сознания Кришны. А иначе здесь нечего бояться. Для того, кто укрылся под сенью лотосных стоп Кришны, страшный материальный мир перестает быть опасным местом.
И далее 18 текст там же. Татах Кришно Мудам Картум Тат Матри Нам Ча Касья Ча Обая Антам Атманам Чакре Вишвакри Тишвара. И там Мудам — это удовольствие. Картум — доставить. Тат Матри Нам Ча Матерей пастушков и телят. И Касья Ча также удовольствие Брамы. Затем, чтобы доставить удовольствие Браме, а также матерям телят и пастушков, Кришна, Творец всего мироздания, сам принял образ телят и мальчиков. То есть здесь вот он рассказывали в первой или второй лекции, что вот эта вот лила, она показывает, как для того, чтобы доставить удовольствие, для того, чтобы пролить милость своей близостью. Потому что все преданные хотят близости, это отношение. Не то, что я смотрю там издалека, как кино, Шантараса. Господь Читания говорил, нет во Вриндаване Шантараса. Нет. Если ты увидел Кришну, у тебя все. Ты не можешь на него просто смотреть. Как магнит притянет. Это Кришна, Каршати. Он как магнит тебя притянет своей красотой. Ты не можешь просто удержаться. Ты не сможешь удержаться. Ты не можешь просто смотреть кино во Вриндаване. Бред какой вообще. Шантараса, смотреть на Кришну. Нет там такого. Обычно, в обычной жизни, да, говорятся, вот эти телята, деревья, все там, все они в Шантарасе. Но во Вриндаване нет. Во Вриндаване просто, если бы деревья могли выпрыгивать, корни вынимать и бегать за Кришной, все бы бегали за Кришной. Если бы Кришна жил в лесу, все бы оставили свои дворцы, Нанда Баба, все Ишода, все бы перешли в жить в лес. Там, где Кришна, мы там хотим. Вот просто реальная близость. Вот. Держит этикет внешне, но внутренне обнимают Кришну все. Все. Это то, что произойдет с каждым. Когда Кришна явится, то это не то, что дандават там ему. А это сумасшедшее желание обнять его, независимо от расы. Потому что вацали, конечно, обнимешь. Сака, друг, конечно, обнимет. Гопи, ну, конечно, обнимет. Манджари не должна обнимать. Но в тот момент, в этот первый момент, срывает голову совсем. Там нет уже ничего вообще. Никакого понимания в голове не остается. Потому что это Кришна. Потому что это вот такой вот сверхсовершенство. Чувство взрывается, и никакого соображения, ничего не остается. Движет, играет всеми в духовном мире любовь. И она вот взаимоотношения. Вриндаван близко, 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 близко с Кришной. И поэтому мы говорили сами, Бхакта Вацала, он для одного человека, для одного своего преданного создаст еще Гакулу. Еще одну. И в той Гакуле не... самой совершенной Гакуле, изначальной Гакуле, этой деревне, там не будет такого, что деревья начнут вынимать свои корни и бегать за Кришной. Эти чудеса они могут сделать, но там нет этого. Потому что они нарушат естественный ход событий деревенский. Все эти чудеса, Айшвария там. Поэтому там нет даже демонов, которые бы, вот Кришна бы там полетал на вертолете там, на Тринаварте. Они приходят туда как аттракционы, и все ну, как бы забавляются. То есть Джива Госвами пишет, что в духовном мире демоны — это пратима. Пратима — это статуя или как манекен, или как аттракцион. То есть Йога Майя создает настолько прекрасные аттракционы, и даже здесь в Лалита Мадаве Шрила Рупа Госвами, которого вот мы сегодня прославляли, он в Лалита Мадаве пишет, как Вишвакарма, он в Двараке создал Нью Вриндаван. И там создал статуи Кришны, да, и даже Радыка перепутала. А потом Кришна, так как он уже видел там статуи, он, когда Радыка там встал, он подумал, неужели это Вишвакарма создал так здорово? Сатьябама, да? То есть это он так, ничего себе! То есть он даже не поверил, что она живая, что как-то вот здесь появится моя Радыка из Вриндавана, как не поверил, что настолько искусно Вишвакарма, архитектор полубогов здесь может сотворить это все. Что представляет, и он сотворил так
маму Ишоду. Там, это описывается в Брихат Бхагаватам Те Санатан Госвами, когда Кришна погрузился в игры, Нарда ему напомнила в Вриндауне, и он улетел просто. Потерял сознание. И решали, что с ним делать, в общем, как, что быть. И решили, надо его сейчас быстренько, перо ему, пум, волосы, флейту под мышку, и перетащить его, быстро перенести. Гаруду давай быстренько, пока он без сознания, в Нью-Вриндаун перенести. И Кришна там очнулся и смотрит, Ишода стоит, мама стоит. Мамочка, мне такой сон ужасный снился. Я где-то там вообще в каком-то в океане, там дворцы какие-то. Мамочка, да. И Рахини стоит, а Рахини живая при этом. Она там в дворике, она все подыгрывали этому. И Рахини говорит, ну подойди, возьми у матушки. Она просто в трансе. Она не говорит с тобой, потому что так давно тебя не видел с вечера. Поэтому она в трансе, поэтому просто возьми у нее масло. И Кришна подбежал так, и у нее из руки сладость. Это утренняя сладость Кришны, которую мамочка всегда приносит ему. Это свежевзбитая простокваша, вот эти сливки с простокваши сверху. Берут и взбивают, и получается такое пышное-пышное масло. И туда добавляют леденцы. И вот это утреннее блюдо такое Кришны. И он это стиснул. Раз, классно как. И потом он увидел Гопи, увидел Радику. И такой смотрит, никто не смотрит. Побежал и поцеловал ее. Но это пратима была. Это была статуя. Вот. Даже Кришна сбитый с толку. Здесь вот. А что говорить в духовном мире? Там такие статуи демонов делают. Мама родная. Даже здесь, если вы пойдете в какой-то Диснейленд, вы испугаетесь. Я был там, так визжат и орут. Потому что настолько все делают качественно. Представляете, как там в духовном мире можно качественно сделать. Йога Майя создает эти всех демонов там. То есть душ, там ни одной души нет, которая пратику, та, которая не любит Кришну в духовном мире. Поэтому это не живые. Это как бы управляются, знаете, как есть машинки управляются, роботы, но очень искусные роботы, маха-искусные роботы, но неодушевленные, потому что ни одной души не может прийти на Вайкунтх. Ни одной души, которая не любит Кришну. Как бы мы тут не рвали, там грудь хочу туда, если не любишь Кришну, не придешь. Вот. Так что Нарда молится даже, как повезло этим демонам. Они настолько были сконцентрированы на Кришне, что вот Кришна их освободил, к себе забрал. Ахобаки, Ямстаны, Калакутам. Боже мой, всех преданных сбивает с толку этот текст до сих пор. Они начинают плакать. Это в игры Господа Читания. Ловили на это Нитянанду, Дарика Ведянитхи ловили на этот текст. Что они просто в экстазе стали кататься по земле, терять сознание. Вспоминая, как Кришна добр не только к преданным, а вообще ко всем и даже к демонам. Поэтому у нас есть шанс. Даже Гурудев напугал так сильно. Но я надеюсь, что этот семинар как-то поможет нам эту ложку меда туда. Хотя там все из меда состоит. То, что Гурудев рассказывает, даже вот так чистя наше сердце, это самый настоящий мед. Он воспринимается как страшное что-то, но на самом деле эти лекции все из его сострадания. Что же мы стоим? Что же мы стоим? Как же мы повторяем святое имя? На что мы рассчитываем? Так не получится. Так не получится прийти к Кришне. Надо что-то делать. Остановись. Подумай хорошенько, что ты делаешь, куда ты хочешь и как это надо по-настоящему делать. Что ты делаешь с четками, как ты воспеваешь святое имя и так далее. То есть это и сострадание к нам. Гурудев разжег огонь в сознании. И Кришна вот так вот так же поступает. И теперь этот текст из 23 главы, это жены брахманов пришли к Кришне. И там говорится о том, «Ивам лила нара вапур». «Ивам лила нара вапур». То есть вапур — тело. Тело специальное для лил.
только для того, чтобы сыграть здесь. Кришна приходит. И что за этим стоит? Он только один будет играть, остальные будут страдать? Или что будет происходить? Для чего? Для чего он пришел? Эва лила наравапур. Нрилокам анушилаян. Реме го гопа гопи нам. Реме го гопи гопи нам. Доставить счастье, радость. Реме рама. Доставить счастье коровам, гопам и гопи. Всем жителям Вриндавана. Рамаян рупа вак критаях. Своими действиями крита, своими вак речью и рупой, формой. То есть все, что бы он ни делал, все, что бы Кришна ни делал, за этим стоит только желание доставить счастье, радость своим преданным. И это аксиома. То есть есть несколько аксиом, которые мы должны принять, питать, точно превратить их в вигьяну. То есть настолько изучать про эту аксиому, чтобы она вошла в сердце. То, что я не тело, там, всякие разные аксиомы каждый должен подобрать. Бхактинот для себя, что его вдохновляет. Но есть и основные, Дашамула Татва, Бхактинот такой, он говорит, кто не знает эти аксиомы основные, 10 татв, тому будет трудно прогрессировать духовно. И вот нужно знать, что он Расовый Саха, что я Нитя Бадха сейчас, есть Нитя Сидхи, что путь — это Бхакти, что цель — это према, прем Прайоджана, что основа всего Шримад Бхагаватам доказательство, как можно понять Кришну и как прогрессировать вообще за счет чего? За счет изучения Шримад Бхагаватам. Явившись в облике человека, чтобы проводить свои лилы, Верховный Господь подражал поступкам людей. Ему нравилось радовать коров, пастушков и юных гопи своей красотой, речами и поступками. Далее, четвертая песня, 7 глава, 38 текст. Великие мистики сказали: «О Господь, те, кто считает Тебя неотличным от себя, зная, что в образе сверхдуши ты пребываешь в сердце всех живых существ, очень дороги тебе. Ты неизменно благосклонен к тем, кто преданно служит тебе, считая тебя господином, а себя твоим слугой. По своей доброте ты всегда заботишься об их благе. Ану грихана ватсала. Милость проливает этот милостивый Господь». И Шрила Прабхупада в комментарии пишет: «Тот, кто, постигнув природу различных энергий Господа, обладает полным знанием о личности Бога и сознает свою духовную сущность, безусловно, очень дорог Господу. Однако еще более милостив Господь к тем, кто постоянно с любовью и верой думает о Господе, сознавая Его величие, а себя считая Его неотъемлемой частицей и вечным слугой, даже если они не имеют достаточных знаний о Верховной Личности. Даже если вы не имеете знаний о Чите, о Махаттате, о чем бы то ни было вообще просто, а вы предаетесь. В шастах написано: тот, кто предается, неважно, знает он что-то, не знает вообще, одна преданность может привести к результату. Буквально одна преданность. Но для того, чтобы предаться, не получается сразу. Не прыгнуть. Надо читать шастры. И на основе веры в шастры, в Писании, что действительно Бог такой, действительно мой хозяин такой, действительно я принадлежу Ему. То есть вот это Дашамула Татва раскрывается через чтение Писаний. Ты должен доказать себе. На уровне вигьяны должно быть это знание. Не просто какая-то татва теоретическая. Это должно быть твоим стать. Твое реализованное знание. Тогда оно сработает. Тогда у тебя предание будет правильное. Примечательно, что Господь назван в этом стихе Ватсалой. Слово Ватсала переводится как «всегда благосклонный». Господа часто называют Бхакта Ватсалой, подчеркивая тем самым, что он неизменно милостив к преданным. Но нигде в ведических писаниях его не называют Гьяни Ватсалой. 4 песня, 30 глава, 28 текст. «Дорогой Господь, Ты один способен уничтожить все беды и несчастья. Из сострадания к своим несчастным преданным Ты предстаешь перед ними в образе Арчи Виграхи. Пожалуйста, считай нас Твоими вечными слугами». Шрила Прабхупада пишет: «Форма Господа, которую называют Арчи Виграхой, представляет собой одно из проявлений Его безграничных энергий. Свой срок, когда Господь будет доволен служением преданного, Он примет его в число Своих слуг, чистых преданных.
Поскольку Господь по природе очень милосерден, Он принимает служение даже от преданных неофитов. И в Бхагавад-гите 9.26 Он говорит: «Патрам пушпам палам тойом, йоми бхакти прайхати. Татахам бхакти пахритам ашнами прайтатманха». Если человек с любовью и преданностью предложит мне лист, цветок, плод или немного воды, я приму его подношение. Преданный предлагает арчи виграхи, овощи, фрукты, листья и воду. И Господь, будучи бхакта-ватсалой, милосердным покровителем своих преданных, принимает эти дары. Атеисты иногда думают, что преданные поклоняются идолам. Но в действительности это не так. Джанардана, Верховный Господь, принимает бхаву, любовь, с которой ему служит преданный. Преданный неофит, поклоняющийся Господу, может не понимать важности того, что он делает. Но Верховный Господь, будучи бхакта ватсалой, принимает его служение и в положенный срок забирает к себе домой. В этой связи уместно вспомнить историю о брахмане, который однажды мысленно предлагал Господу сладкий рис. Мы ее вкратце рассказали уже с вами. Еще немного прочитаем. Пятая песня Шримад-Бхагаватам, 24 глава, 22 текст. Наваи Бхагаванну нам. Милость, которую Верховный Господь оказал Махараджи Бали, проявилась отнюдь не в том, что Он даровал ему материальное счастье и богатство. Ведь подобные благословения заставляют забыть о любовном служении Господу. Тот, кто стал обладателем огромных материальных богатств, уже не может погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада пишет: богатство бывает двух видов — материальное, то есть приходящее к человеку в соответствии с его кармой, и духовное. Чистый преданный, или тот, кто во всем полагается на Верховного Господа, не стремится к чувственным наслаждениям и не ищет материальных богатств. Поэтому, если он становится обладателем крупного богатства, нужно понимать, что причиной тому не карма преданного, а его бхакти. Иными словами, он оказывается в таком положении по воле Верховного Господа, который желает, чтобы этот преданный жил безбедно и мог делать ему роскошные подношения. Что же касается начинающего преданного, то ему Господь оказывает особую милость, забирая у него материальные богатства. Это и в самом деле милость. Ведь если незрелый преданный будет жить в роскоши, он забудет о служении Господу. Богатство, которым Господь награждает возвышенного преданного, нематериально. Напротив, оно духовно, ибо дает такому преданному возможность еще лучше служить Господу. Материальные блага, которыми окружены полубоги, мешают им помнить о Господе. Но Махараджи Бали богатства были дарованы для того, чтобы он продолжал свое чистое, незатронутое майя преданное служение. Эпизод про жертвоприношение, которое устроил Махараджа Наби, это 3 глава 5 песни, 2 текст. Тот, кто совершает жертвоприношение, должен, там перечисляется, приносить в жертву ценности или снять и так далее. 7 трансцендентных правил, помогающих снискать милость Верховной Личности Бога. И все-таки, даже среди тех, кто выполняет эти правила, далеко не все могут воочию увидеть Верховного Господа. Впрочем, к своим преданным Господь особенно милостив. Поэтому, когда Махараджа Наби, чей ум был безупречно чист, стал с глубокой верой и преданностью возносить Господу молитвы и поклоняться Ему, хотя со стороны казалось, что он просто совершает ритуальное жертвоприношение под названием праварги, непобедимый Верховный Господь из любви к своим преданным явил царю Набхе свой пленительный четырехрукий образ. Чтобы исполнить желание преданного, сам Бог, Верховная Личность, предстал перед ним в своем прекрасном образе, радующем умы и взоры преданных. И в 6 тексте говорится: «О Верховный Господь, Ты самодостаточен, и все же Тебе очень нравится, когда Твои преданные с дрожью в голосе поют Тебе хвалу, и охваченные духовным экстазом подносят Тебе листья туласи, воду, молодые побеги и свежую траву. Несомненно, это доставляет Тебе большое удовольствие». И Шрила Прабхупада пишет: «Чтобы добиться благосклонности Верховной Личности Бога, вовсе не обязательно быть очень богатым или образованным. Тому, кто поглощен экстатической любовью к Господу, достаточно поднести ему цветок и немного воды». Опять же,
по трампу, шпампам. Удовлетворить Верховного Господа может только тот, кто преданно служит Ему. Как сказано в этом стихе, истинное удовольствие Господу доставляет только чистая преданность и ничто другое. В Хари Бхакти Виласе приводится следующая цитата из Гаутами Тантры Туласи Дала Матрина Джалася Чулкена. Ва. Викринитес вам атманам бхакта вьо бхакта ватсала. Шри Кришна так любит своих преданных, что готов отдать им всего себя за листок Туласи или пригоршню воды. Беспричинная милость Верховного Господа к своим преданным столь велика, что даже последний бедняк может ублажить его, если поднесет ему с любовью и преданностью цветок и немного воды. Таковы любовные отношения, связывающие Верховного Господа и его преданных. И можно вспоминать много историй, когда не только от бедности, а даже от нахлынувших на них чувств преданные подносили Господу что-то не то, а Господь принимал это как Видура. Там иногда описывается Видура, иногда что его жена вместо того, чтобы банан дать, дали шкурки банана Кришне. И Кришна стал есть их. Или как Друпади с ее горшочком. Уже все помыло, и Кришна явился, и там где-то там что-то нашел и спас таким образом пандавов. То есть всегда добр к своим преданным. Как он явится, где он явится, в какой форме явится. То есть это не только Нарисимха обязательно в такой форме, а Кришна, как он захочет себя видеть. Окей. 9 часов. Это мы сегодня закончим. Мы продолжим завтра, если на то будет воля Кришны, милость Кришны. Продолжим рассказывать о его качестве бхактавацала. Всем желаю больше видеть в своей жизни теплые, нежные руки Кришны. Они очень мягкие, нежные. Не то, что он, знаете, как схватит, так к своим преданным. Это как кошка к котенку. Есть кошка к мышке и кошка к котенку. И вот надо стать тогда таким котенком. Все упали и вот так вот. Подойти и упасть, и все. Предаться Кришне. И все, и дальше все решится. Довериться Кришне, что Он будет двигать тебя. Не ты к Нему идешь, а Он тебя к себе двигает. Ты даже не знаешь, куда идти. Вот. Поэтому спасибо большое. И можно прислать вопросы. Сегодня нам дали вечером время, мы расскажем немножко по монастырю, и, может быть, я отвечу на какие-то вопросы, если будут вечером в 7 часов. Хари Кришна.